где-то шел с группой, попал на российских морячков. Так, они пробовали выбить опорный пункт пехотинцев. И, в принципе, это получилось. Они у нас там же ждали. С пулемета стрелял. Попал сначала в одну руку, потом в вторую. И между броней, блядь, пули пошло. Так. Ну, блядь, выпался туда. Может, было еще плечо разбито. Ну, попало, блядь, рванулось, он еще перестало работать. Выкладочный скрутил, блядь. Нормально. Отрабатываешь, когда. И руку уже тоже сделал. Выбила кость, с ухожением. На шестом пальце каком-то. Пришел к животу, чтобы можно было мясо не мая, куда внедрять. Пришли к животу, там 2-3 недели. Дальше остается крайне, наверное, уже. Ему, да, ему неудобно. Это там же потом следующий этап будет, когда мы будем отсекать лоскут, ну это где-то через месяц-полтора. Он сейчас будет приживать, потом он его будет тренировать. Мы поставим ему сюда аппаратик, растянем для того, чтобы восстановить пятую. Перстную кость полностью выполнить трансплантацию. Если бы он, его военная специальность была бы другая, я бы сказал, блин, ходи там. А тут народный проект взялся, все восстановить полностью. Функции там уже. Тебе бы склеить. Предплечье полностью срослось уже, все, там уже. Месяца через 2, через 3 можно будет уже снимать пластину, там где не срастается после трансплантации. Все, правое предплечье. 3 месяца прошло, оно все восстановилось и срослось. Он уже пользуется. Побаивается еще, правда, немножко, но бояться там ничего, уже все отлично. Плечо полностью восстановилось после пластики. У него же там привычный вывих был, постоянные боли, а сейчас он махает рукой во всем. Ну а потом уже в самом конце, когда это все сделано, там уже запланирован еще передний крестообразный связка правого, по-моему, левого крыла. Лечился в госпитале. Ну, вроде все сделали. Впервые нам, да, по-моему. Ну, прошло это период на 4 месяца, да, а результаты никаких. Вот, чада там в госпитале передали, да, народный проект. За полтора месяца вот, восстановилось, ну, тоже полтора месяца вперед.